Укрепить фундамент и покрасить стены в кабинетах. В школе села Едкуль требуется ремонт. Он поможет перевести детей на учебу только в первую смену. Подробности в следующем сюжете. Валерий Гартунг проверил, как готова Едкульская школа к новому учебному году. Не единожды на встречах с населением парламентарию жаловались на аварийное состояние учебного заведения. Также родители школьников недовольны, что их дети учатся во вторую смену. Валерий Карлович лично прошел по кабинетам, заглянул в спортивный зал и попросил объяснить ситуацию директора школы. Я решил прийти и посмотреть своими глазами. Выяснилось, что на самом деле объем работ не такой большой. И при выделении денег из областного бюджета школа была бы готова уже к приему детей в одну смену. Разрушенный фундамент, трещины и дыры в полу, потеки на потолке и стенах. Невооруженным глазом видно, что здание не готово к приему детей. Директор образовательного учреждения отметил, что смета на капитальный ремонт школы была составлена еще год назад. Дети учатся в две смены, потому что невозможно обучение в аварийных классах. Областной бюджет не нашел 6 миллионов рублей для того, чтобы запустить ремонт школы. По результатам инспекции Едкульского учебного заведения Валерий Гартунг подготовил запрос губернатору Челябинской области. Стоит отметить, на встречах с парламентарием жители области постоянно жалуются на состояние детских школ и садиков в селах.